На сосне веселый дятел, мелкий домик конопатил. Айс прилетел, и я успела даже достать камеру. Вот прям напротив. Ну, как бы так выползти. Я пыталась топить печку, все сделала по правилам. И она вроде даже как бы затопилась, но потом что-то потухло. И на трех бревнышках березовых обгорела исключительно кора. А еще шмот бумаги я сожгла, но толку было ноль. Не знаю, что не так. В итоге я печку безопасным образом потушила на всякий случай. Уж лучше я буду мерзнуть, чем я буду бояться, что что-нибудь там загорится после того, как уже потухло, как было уже. Тьфу, какой айс близи. Так близко первый раз его как бы вижу. Ну, как бы он иногда, может, садился. Я на гамаке была, но вот сейчас вот есть возможность его так вот без всяких веточек рассмотреть. Пишу, кстати, на маленькую флешку, и вначале там будет немножко. Я в Ескино сегодня ездила с соседками, к тете Вале. Чужую Ескино, короче. Ой, блин, рука дрожит. Он, по-моему, на меня смотрит, да? Аист. В полосках, по-моему, 3 или 4 детеныша, а тут у нас вроде как один. Аист, поговори с нами. Ну, в смысле это, постучи своим клювом. Я сегодня ночью, ну вообще под утро, пришла мысля такая. Один проект, который я мутила еще, не знаю, может быть, даже до того, как видеоблоги стала снимать. Тоже на Ютубе. Может быть, потом сделаю на это, ну, пока здесь живу. Вообще, у меня день сегодня практически пропал. 1,5 часа с печкой вечером. Я ездила еще, когда к тете Варе там, ну, короче. Есть люди, которые любят говорить, вот, очень много любят говорить. Ну, тут, ну, она у меня приближена очень, вот он улетел. У меня приближена, птичку бы не получилось показать, потому что очень приближена была. Ну, и птичка улетела, и яйца улетел. Короче, в принципе, я сегодня, наверное, в каком-то плане отдыхал. Ничего такого, вот, именно из того, что хотела заняться, не сделала, но... приготовила поесть. Завтрак, обед первый, второй. А на ужин у меня были фрукты, потому что с собой взяла эти фрукты, которые купила еще в Угличе. И все они никак не съедались, а пришлось их съесть на ужин. Сейчас или ласточки профинтерили, или воробьи. Воробьи у нас стабильно живут в каком-то из под окон, в каком-то из окна в наличниках. Под наличниками или типа того. Второй день бытия. Вообще я сегодня ничего не планировал записывать. По крайней мере дома. Там вон солнышко выходит. Вчера напоролась на походу дело рысь. Или русенка. И потом напоролась на ежика. Ну ежик как бы ничего. Мне еще потом родственники говорят, что он... Типа, ты вообще, как бы они могли бы быть и та же рысь, которую сначала за кошку приняла, но такая, не совсем кошка. Они же могут быть, мало того, что они чичилы, их там бешеными. Типа, осторожнее, после 6 на велике не катайся, ну, в смысле, после 7 уже. 6 еще, типа, можно. Ну, да, тут, как бы, людей все меньше. Особенно всяких непонятных, всяких разных животных все больше. Помимо того, что охотничья зона. Если днем нормально, то вечером-то как-то темновато. Одно если. Я не снимала ни это, ни то, ни другое. Думаю, что ежика, а что ежика, что ли, не видела, фоткать его. Ну, как бы первый ежик в этом году, которого я встретила. Но смысл ее фоткать. Я даже не останавливаться на велике не стала. Кстати, собрал мне вчера сосед добрый, который обычно своим великом делится. Дамаг.
Ну как, он складной и, в общем, помог. И цепь мне нацепил еще. Сейчас он без корзиночки. Еще цепь эту самую смазал. Наконец-то деревня стала самой собой, в том плане, что, допустим, ты можешь уйти в другой конец деревни, при этом не надо запирать дверь на замок. Достаточно ее просто прикрыть. Раньше вообще запирали на палочку. Двор тут, допустим, заперто было изнутри, или даже палочку приставляли к двери. Вот это чисто привычки этой области, ну, в смысле, не то чтобы области, именно Угличского района. Угличского плюс-минус, там Калязинский район немножко, Тверской области. И как бы человек приходил, понимал, что дома никого и как бы не войдешь. Но есть люди, которые войдут, от них никакие замки не помогут. Как говорит одна моя подружка, замки от честных людей. Вот что-то пришло. Может быть, то, что мне надо. Короче, в общем, деревня снова стала, как должна быть, хоть и меньше народу. Так и пришла смс-ка с Сбербанка, и давно не кидала таким образом самой себе и вообще куда-нибудь денег на телефон. У меня на Мегафоне там 3 рубля осталось. Кинула 30-ку. А на Билайне как бы в интернет не выйдешь, да? Позвонить, если вот на Билайне связи почти нету. А на Мегафоне вот денег внезапно. Что-то я как-то смс-ки думала с Билайна отправляю, когда с Мегафона. И с Мегафона смс-ка приличная стоит, подороже стоит, чем минута. Минута у меня 1.30 рубля. Может, там 1.35 рубля, как-то так. Ну, меня, в принципе, устраивает все. Дверцу сняли в прошлый мой приезд. Она еще как-то держалась. Ну, у меня тут родственники покосили. Не знаю, кто из зятьев или как-то так. Кстати, дом там, то солнце отражается, вон там вот. Как он, закатик такой. Я сегодня ходила к пчелам. Ну, в смысле, как это? Вот в этой ифрашевской шмоточке поверх головы. И в резиновых сначала мусор выкидывала, потом к ним заходил, потому что у меня было предзадание узнать, живут ли пчелы в нулевом, по-моему, это голубенький он тут, нулевом улье. Потому что у нас, оказывается, в одном улье завелись муравьи, те гады ползучие. И вот лечили их. Покупали специальную штуку, которая не влияет на пчел, но вот муравьям. Или что-то другое делали. В итоге, знаешь, у меня родственники прочитали в интернете, что нужно порезать перья зеленого, ну, зеленый лук перья, где-то там положить, и вот пчелам будет нормально, а муравьи убегут. Что уж в итоге сделали, не знаю, но вот пчелки там все-таки летали. Не так быстро, как в остальных, но летали. Судя по смс-ке, наверное, на Мегафон монетка прикапала. То ведро. Когда-то вот раковина была. Все там нормально. Там, в принципе, я даже думаю, не надо было эту раковину менять, скорее всего. Там вот этот вот шланг. Надо было поменять. Но почему-то поменяли еще и раковину. Сейчас раковина не очень удобна. Вот, видите, тут ровно так вот к стене. А теперь вот такой кусок. Плюс зачем-то тогда некровный родственник решил сделать добром. Купил, не знаю, правда, за свой счет или все-таки потом, знаете, как я решил вам подарить. Дайте денег теперь. Этот, ну, короче, купила умывальник пластиковый, пластмассовый. И он очень неудобный на самом деле. Он протекает, и он плоский. Короче, в общем, вода слегка иногда попадает не туда, куда надо, брызгами. В общем, неудобная раковина. Короче, я к тому веду, что не все люди, которые жили в деревне и представляют, что такое умывальник, могут купить нормальную вещь, именно то, что нужно, и сделать так, как оно надо. У нас, кстати, орешник, даже тот вот самый крайний, то он тоже все тут с орешками. Я надеюсь, что в этом году я сама смогу это собрать, что именно мне это достанется, а не на пол или там еще непонятно кому.
И вот эти, по ходу дела, это не слива, а терновник. Ну и воробьи, сволочи, ободрали. Или дрозды, ну, короче, птицы. Гастки ободрали, нет бы наверху. И подождать, пока дозреет коринку практически всю. Я вчера подходила сюда, вот к ней, и за огород с той стороны. У нас родственники тоже там скосили довольно приличное место. И я туда подходила. На одной веточке внизу только пару ягодок нашла. Еще так подхожу, там птицы так недовольно заверещали. Думаю, блин, тут хозяин пришел, а вы тут жрете мою ягодку, которая сначала долго болела, потом вроде как поправилась. А потом меня стали жрать птицы, не давая ничего хозяевам. Сейчас они собаки лают, птицы стрекочут. Какая-то птичка так тявкала. Ну, конечно, не тявкала. Но думала потом вылезти чуть попозже, может, ее записать.